Отрывок из сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, Александр Сергеевич Пушкин. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — я на весь крещённый мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна над калавы полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней посему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица, и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы, голубушки, сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и сестрой. А будь одна из вас ткачиха, а другая бариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Все.